дорогие друзья! Наша сегодняшняя встреча немножечко волшебная. У нас в гостях жар-птица. Первая прилетела из балета Игоря Стравинского. Премьера этого балета в далеком 1910 году совершенно очаровала Париж, влюбленный в русские сезоны Дягилева. Удивительная птица из доброй русской народной сказки обрела новую жизнь и удивительное музыкальное оперение. Ее акварельная сестра работы художника Вячеслава Елихинского жар-птица с загранпаспортом. Она прилетела к нам с далекого американского берега. Ей тоже к лицу музыка Стравинского. Яркая, пульсирующая, переменчивая, играющая нотами, как стеклышками калейдоскопа. Смотритесь в эту акварель. В музыке цветовой абстракции зоркий глаз различит и кафтан Ивана-Царевича, и косы несравненной красы, и тени Кощеева царства, и золото молодильных яблочек, и чудные всполохи волшебного жара сияния кружащейся птицы. Этих птиц роднит не только цветовая гамма. Судьба самого абстракционизма созвучна истории вхождения в музыкальный мир произведений новатора Игоря Стравинского. Ему довелось услышать и восхищенное рукоплескание публики, открытой новому, и гневные возгласы консерваторов. Творчество его современника, художника-авангардиста Василия Кандинского, которого называют родоначальником абстрактной живописи, с его импровизациями и композициями в начале прошлого века тоже воспринималось по-разному. Однако же сам художник полагал, что единственным судьей и руководителем должно быть чувство. Так он написал в своем художественном трактате «Точка и линия на плоскости» в 1926 году. Яркие линии Кандинского стали путеводной нитью Ариадны для его последователей. Таковым был и Вячеслав, Слава, Сэм Елихинский, музыкальный мир абстракции которого нашел на Западе своего завороженного слушателя. Елихинский написал свою «Жар-птицу» в 1993 году. Обращался к этому сюжету и Василий Кандинский. Так почти на 80 лет раньше в Швеции появилась его акварель со сказочным русским сюжетом. Художники русского зарубежья обращались к русским народным сказкам, будто мечтая о волшебном пере умной птицы. Кажется, стоит им взмахнуть, и ты уже на родном берегу. Мерцание сказок свойственно абстракциям и пейзажам Елихинского. Они сами собой складываются в причудливые сюжеты, и в них художник неизменно оказывается на заколдованном распутье. Вот перед внутренним взором художника появилось видение, тоже музыкальное, подвижное, волшебное, и тут же открылась даль, звонкая, зовущая, загадочная, а за ней грустит серо-голубая Ладога, приветно звучит колокольный голос Валаама, горит румянцем русское село. Вот появилось второе видение, и за новой далью открылась строгая Канада. Вот повеяло свежим дуновением, и возник нарядный веселый Вермонт. Кажется, Вячеслав Елихинский все-таки сумел встретить Ивана-Царевича и с ним договориться. Тот одолжил ему волшебное перо. Вдова художника Екатерина Борисовна исполнила волю своего супруга, и теперь живописная жар-птица, прекрасная часть творческого наследия художника, живет в Таганрогском художественном музее.